Всем привет, с вами Фаракос. Сегодня я опять буду отыгрывать таксиста. Приятного просмотра. Я решил снова поработать в такси, но мне почти никто не отвечал. Но все же, через некоторое время ответили, и это оказался ОМОН. Он находился около участка. Пока я ехал, я чуть не столкнулся с красным бумером, но все-таки помял машину, а клиента потерял вовсе. Через минуты 3-4 я нашел небольшую группу ФСБ. Но когда я проехал мимо их, один из ОМОНовцев, точнее он всего был один, на машине ФСБ, догнал меня. Я подумал, что хочет мне что-то предъявить, но взяв калаш, быстро устранил меня. Я решил отомстить им. Я вступил в ряды криминальных районов. Я начал учиться стрелять. Я начал учиться прятать машины. Я начал учиться блокировать машины. Я начал учиться минировать машины и учиться их взрывать. Я начал учиться расстреливать машины. Я начал учиться выполнять опасные трюки. Я начал учиться быстро и профессионально ездить. Я начал учиться паркурить. Я начал много зарабатывать на наркоте. Я начал учиться брать людей в заложники и убивать их незаметно. Я купил себе бешеную супру и стал настоящим пацаном. Вот и пришел этот день. Я начал искать их по всему городу, подглядывая за Чаком. Не обращайте внимания, что я на шахе, так как супра у меня в гараже, а ключи от гаража я потерял. И тут, внезапно, я встретил таксиста. Все бы ничего, но у него была моя машина. Я был не просто в ахуе, я был в трихуе. Я пытался его остановить, просто спросить, откуда у него моя машина. Но тут он начал писать в органы, просить помощи у ФСБ. Я хотел ему написать, но он быстро уезжал от меня. И тут он резко остановился. Я вышел, рассчитывая на нормальный диалог. Но он испугался и резко достал пистолет и начал стрелять по мне. Я попытался сесть в такси, но он убил меня. Но я не стал его искать и убивать, так как он работает тоже в такси и взял ее для работы. Это доказывает вот этот скриншот. А скрывался он из-за того, что 60% игроков тормозят игрока и убивают их, и он подумал, что я один из них. Ну да ладно, что там с органами? Опа! Ну нихуя себе, это же кабан. Да и еще мусорской. Я сделал вид, что любуюсь машиной, но резко сел и угнал ее. Неподалеку я нашел людей, которые были рядом в момент моего убийства. Я остановился перед завалившимся на бок грузовиком и заранее достал С4. Я проехал в двух шагов от них, и один из них резко побежал на меня, я резко дал газу. Решение в этой ситуации решало судьбу, либо сейчас, или никогда. Я в душе не ебу, что произошло, но по сути, они оба сдохли. Но больше всего меня пугает то, что один ФСБшник мог управлять взорванным КамАЗом. К сожалению, серверы начали тупить в последнее время, и у меня в том числе,
И это случилось и сейчас. Из-за этого я не смог убить ОМОНовца, который меня убил. С ботами отыгрывать РП невозможно. Эй ты! Ты вызывал такси. Хули ты игноришь, животное? А ну иди сюда, сейчас ты у меня закричишь. На сука. Получай. В следующий раз будешь знать, кого нельзя игнорить. Блять. Вы только посмотрите, что сделали пидорасы в форме. Ты хули так оделся, долбоёб? Да хули тебе надо, мудила? Ай, блять, сука. Вставай нахуй, убери свой ствол, получай кусок говна. Нравится? Ай, бля, пидорас. Смотри, какие сасные тёлочки. Да ты, долбоёб, меня бесишь. Да вы только посмотрите, как эти безмозглые плотчи управляют транспортным средством. Это просто пиздец. Ну а пока мы хуй знает куда едем, первые три человека, которые найдут первыми одну любую из трех пасхалок, попадут в следующее видео. Им бы в Форсаже сниматься. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До нового видеоролика.